Здравствуйте! Я хочу сегодня вам предложить рецепт из нашего детства – пирожное сладкая колбаска. Для этого нам понадобится всего 4 продукта. Твердое печенье, сгущенное молоко, сливочное масло и какао. Вначале растопим масло. Печенье размельчаем в крошку. В растопленное охлажденное масло добавляем сгущенное молоко и какао. Размешиваем до однородной массы. Шоколадную массу вливаем в крошку и смешиваем в однородную массу. По желанию, также в эту массу можно добавить измельченные грецкие орехи. Подготовленную массу делим на 2 разные части, каждую из которых перекладываем в пакеты. Каждую часть в пакете формируем в виде колбаски. И отправляем в морозильную камеру на несколько часов. Пирожная сладкая колбаска готова! Приятного вам чаепития!